Зовут меня Валентина Лунгу. Да, про меня Танюша сказала, что я из Молдавии. Живем мы с ней в одном городе, а познакомились в Мексике. И сегодня я хочу рассказать не о себе, хотя у меня есть шикарные результаты, я тоже 2 года уже как кушаю продукт. Но сегодня я хочу вам рассказать о моей маме. Она больная сердцем и давно на таблетках. И как начали мы кушать продукт, мы, конечно, ей тоже больны. И у нее случилось 2 или 3 инсульта, но осенью у нее был и инсульт, и мы ее отправили на скорую в больницу, в кардиологическое отделение. Потом через день у нее поднялась температура, сделали тест, и, конечно, это был ковид. Ее поместили в ковидное отделение и перестали лечить уже ее основную болезнь. И вышла она с больницы, но это было ненадолго. Приехала к ней сестра как-то в один непрекрасный день и нашла ее на полу. И повезла опять на скорой в больницу, и я ее попросила, пожалуйста, отвези ее в Кишинев, так как тут у нас в районном центре не будет никаких результатов. И она повезла ее в Кишинев, и когда врач увидела, в каком мама состоянии, она просто сказала: ты так рискнула, привезя ее в Кишинев не на скорой, а в собственной машине. И что я хочу сказать, вот мама принимает этот продукт, у нее 2 или 3 инсульта уже было, но у нее нет паралича, у нее ноги, руки, все лицо, у нее все в порядке, просто после вот последнего инсульта у нее речь как бы, как она разговаривает, но непонятно, мы ничего не понимаем. Как бывают моменты, когда понимаем, что она говорит, а так в основном... Но я очень верю, это благодаря нашему продукту, у нее паралича нету, и я очень надеюсь, что у нее и речь восстановится, и вот такой шикарный результат у нас с нашими продуктами.